Привет всем, дорогие друзья! Вы на канале Дарья Дроздова. О, ребята, куда меня занесло? Я даже, честно говоря, то ли Бородина улица, по-моему, да. Краснодар. Офигеть! Представляете, ребята, поля, кругом поля, машины вот так припаркованы, стоят. Стоят среди поля два дома. Вот они сзади меня. И кругом ветра, поля. Прям вот я вам серьезно говорю, за мной поля, машины вот стоят. И поля, 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 поля. И никакой инфраструктуры. И я вообще не понимаю, как тут люди живут. И вообще, сколько можно уже вот этого всего. Вот это просто какой-то ужас. Я вот стою тут, лужи. Как тут живут люди, это вообще... Я просто хотела найти продуктовый магазин, мне пришлось обойти все эти дома, у людей спросить один продуктовый магазинчик. Вот. И прям вот даже интересно. Вон там трасса идет. Сейчас покажу вдали. Получается, да, вон в той стороне. И, видимо, они выходят туда на остановку или как-то там, я не знаю. Это просто... Это гидрострой район. Ну вот прям даже аж в шоке, что даже люди вот так живут, где-то там, где-то вообще вот как у черта на куличках. Я когда выбирала квартиру, искала, мне важно было абсолютно все, инфраструктура, чтобы я могла выйти в разнообразие там магазинов, доехать куда-то. И то мы сейчас, где мы живем, мы очень долго доезжаем до магазинов, до торговых центров, хотя они очень рядом с моим домом. Я не представляю, как они отсюда. Мы сюда вот ехали с центра, не знаю сколько, по пробкам, и вообще вот, ну, это не деревня, это город, но город как деревня. Это мое мнение, так что, дорогие друзья, вот в какое место меня занесло, интересно. Я стою здесь прямо вот на этом пустыре и просто офигеваю, как люди живут. Я сейчас вам просто покажу. Вот так, смотрите, сейчас я отхожу от дома. Вот она и парковка у них тут просто на какой-то полянке. Травы куча всякой разной. Вот двор. И поле, поле, русское поле. Там дальше тоже какие-то дома. Вот. Но эти дома стоят одни. Там дальше тоже строится что-то. Ну, короче, вот так. Да, приехал домой на машинке. На своей. Выбрался из этого города через пробки. Закупился где-нибудь уже там в Магните. Ну, а тут по мелочи маленький, мелкий магазинчик забежал. Не знаю, в чем кайф, конечно, такой жизни. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если нравится. Вот. Просто пишите, что вы думаете по этому поводу. Я вот лично, на самом деле, бы не смогла так жить. Да не хотела бы вообще, в принципе, жить в таком районе. Непонятно, где у них тут что. В общем, на отшибе где-то все, вот, вот она парковка. Так это все выглядит. Не знаю, как это будет на видео, но в реальности как-то аж грустно так мне. Прям мы приехали сюда, очень грустно. Так что, друзья, вот так.